Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Елена Горбунова. Я являюсь бренд-директором выставки Mapic Russia, собственно, организатор этого прекрасного события. Очень хочется из первых уст от вас узнать, как отреагировал рынок вот на то, что происходило раньше, и вот наша выставка, когда она собирала огромное количество лидеров индустрии. Как выставка проходится сейчас по отношению к предыдущим годам? Знаете, нужно сказать, что действительно этот год он будет восстанавливающий. И по сравнению с прошлым годом, и выставка у нас в прошлом году была, мы сейчас видим объем практически в два раза больше, чем в прошлом году. И это показывает то, что рынок восстанавливается, потому что так или иначе всегда выставка – это отражение индустрии. И я думаю, что дальше только больше. Сейчас мы видим оживленное такое активное общение, и это не может не радовать для каждого. Я думаю, теперь выставка – это такое долгожданное событие, на котором можно решить и какие-то бизнес-задачи. Расскажите, пожалуйста, раз выставка проводилась и в прошлом году, то, скорее всего, она проводилась в онлайн-формате или были какие-то встречи живые? Это была действительно живая встреча, то есть здесь могу похвастаться тем, что в прошлом году получилось организовать мероприятие, и нужно сказать о том, что, безусловно, наша компания заботится о том, что на мероприятии, на площадке все люди, все посетители, участники были в безопасности. Мы говорим это и о требованиях, о рекомендациях, которые предоставляются в рамках данной ситуации и нашего времени. Поэтому в прошлом году выставка прошла офлайн и тоже дала свои плоды, то есть компании получили то, зачем пришли. Но мы уже говорим о будущем, о этом годе, то есть будем смотреть по ситуации, как будет проходить сегодняшний день и два следующих дня. Но я имею в виду как раз то, что было в том году, вы видели настроение, какие-то вот векторы и вот развитие тех профессионалов, которые мы представили на этой выставке. На этой же выставке, скорее всего, вы увиделись с теми же людьми, с представителями теми же компаний. Как их настроение, как бы насколько все безоблачно и радужно нас ожидает, насколько мы надеемся? Все ожидают, безусловно, подъема, потому что понимают, что вот этот период прошел, все ожидают всплесков, новых проектов, все обсуждают новые проекты. И, конечно, у нас представлены не только те компании, которые были в прошлом году и которые уже представлены на рынке, у нас и новые компании. У нас где-то треть выставки – это представители, те компании, которые никогда не участвовали в выставке, в мероприятии. Это компании из Казахстана, из Белоруссии, то есть мы видим не только российские компании, что тоже очень ценно и приятно, компании из соседних государств тоже приезжают к нам для того, чтобы строить здесь отношения. Замечательно, спасибо вам за такую выставку, где люди могут находить друг друга и делать интересные проекты, и надеюсь, что покупатель, конечный пользователь ваших услуг будет от этого только выигрывать. Спасибо вам большое. Спасибо большое.